Привет, друзья! В этом выпуске я покажу, как просверлить в болте отверстие идеально по центру. Для этого нам понадобится патрон, который я зажму сверло. Вместо патрона можно использовать тиски, также зажав сверло в тиски. А сам болт зажимаем в дрель. Таким нехитрым способом сверлим. Так получилось. Идеально по центру. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока.